Владимир Кузьмин хорошо проходит заключительный этап эстафеты. Он окончательно закрепляет успех советской команды. Радиокомментатор сообщает. На стадионе появился Владимир Кузин. Он заканчивает эстафету с общим результатом 2 часа 15 минут 30 секунд. В целом блестящая победа. Рус. 4 первых места завоевали советские лыжники. Недаром шутили, что в этот день долина индианок была долиной советских лыжников. На лыжне наш спортсмен Вячеслав Веденин. Отлично пройдя всю дистанцию, Вячеслав Веденин показал самый высокий результат. Его время 1 час 39 минут 48,1 секунды. Он также удостоен золотой медали. Она триумфально шла к своей третьей золотой медали, который завоевала вместе с подругами по команде Мухачевой и Алюниной. Этого новичка Олимпиады назвали королем лыж. И справедливо. Ни на одной Олимпиаде ни один лыжник не завоевывал 3 золотых медалей. А после победы Михаила Девятьярова на 15-километровой дистанции, лыжника, выросшего в рабочем уральском городке Чусовом, стало ясно. Живы традиции Кузина, Веденина, Колчиных, Кулаковой. Кто бы мог представить, что лыжные чемпионы разных лет когда-нибудь встретятся на одной дистанции? История не знает таких соревнований. Но телекомпания НТВ Плюс сломала временные барьеры и собрала вместе легендарных лыжников на стадионе подмосковного города Раменское. А приехали они сюда не в привычном качестве почетных гостей, а для того, чтобы стать главными действующими лицами в настоящей гонке. Чемпионы вновь на лыжне. Впервые в истории лыжного спорта проводилось такое необычное состязание. Но разве можно соревноваться 60-летнему ветерану с только что завершившими спортивную карьеру? Для лыжников нет ничего недоступного. Итак, представляем участников гонки звезд на призы НТВ+. Галина Кулакова – одна из наиболее титулованных отечественных лыжниц. Выступала на 4 зимних олимпиадах, где завоевала 8 медалей, в том числе 4 золотых. На играх 1972 года в японском Саппоро выиграла все золото женской лыжной программы. В гонках на 5 и 10 километров, а также в эстафете 3 по 5 километров. Завоевала 9 медалей чемпионатов мира, в том числе все золото чемпионата 1974 года. Завершила активные выступления в 40 лет после чемпионата мира 1982 года, где Галина выиграла только одно серебро в составе эстафетной команды Кулакова, Сметанина, Заболоцкая, Лядова. За 15 лет лыжная амуниция претерпела весьма существенные изменения и не сразу покорилась прославленной чемпионке. Галина Алексеевна, это вы шутите или у вас проблемы с тем, как лыжи одеть? Конечно, первый раз сегодня ботинки раскупила тут, а дело я никогда не носила их таких, я еще с таким носочком все Adidas носила. Понятно. Галина Алексеевна, такой вопрос. Вам как эта гонка, какое у вас настроение перед гонкой? Ну, меня радует то, что мы со всеми вот встретились здесь, это самое главное. А что гонка, это гонка, мы все, ну, кто-то 3 человека получше пойдут, а мы это... Ну, вы задачу-то ставите спортивную какую-то перед собой или только дружескую? Мне самое главное дойти. Понятно. Хорошо, вам успехов. Всего хорошего. Спасибо. Первый этап женской эстафеты 3 по 5 километров на Олимпиаде в Саппоро бежала Любовь Мухачева. Первый этап, пожалуй, самый сложный. Именно он определяет, как дальше пойдет гонка. Догонять или убегать предстоит подругам по команде. Любовь Мухачева примерно на 100 метров опередила грозных финнов. Алевтина Алюнина на втором этапе еще больше увеличила отрыв, ну а завершила усилия подруг и выиграла 3-е золото японской Олимпиады Галина Кулакова. Подвинься, шляпа. Какая? Все, так удобно, слушай, вообще. Если бы мы на таких палочках раньше бегали. Если бы. Где хоть проехать можно?
Зинаида Амосова блеснула в конце 70-х. На Олимпиаде 76-го в Инсбурге золото в квартете с Кулаковой, Сметаниной и Ниной Балдычевой. И на чемпионате мира 78-го бронза в такой же эстафете, 4 по 5 километров, зато две золотые медали в индивидуальных гонках на 10 и 20 километров. Зинаида неожиданно опередила своих подруг по команде, грозных Кулакову и Сметанину, которые довольствовались лишь серебром. Вот что для вас было главное вот на Олимпиаде? Какой основной момент, который вы переживали особо остро? Вообще? Ну да. Это, конечно, победа. Это выше, чего вообще, по-моему, в спорте не бывает. Конечно, когда стоишь на пьедестале почета, там вообще все трясется и даже не можешь говорить. Это самый такой момент у спортсмена, что его просто физически вот так и рассказать, даже не пересказать. Ну а сейчас золото наше, зимнее, лыжное, оно обесценивается или наоборот, как вы сами считаете? Да мне кажется, нет. Не обесценивается. А почему такой спад лыжный, как вы сами вот думаете, у нас? Может быть, просто популярность лыж упала в России? Да нет, у нас просто вот эта перестройка все переломила и в спортсменах, и мало денег дают, мало уделяют внимания. Это же все сказывается. Негде лыжи достать. Сейчас даже вот есть где лыжи достать, нету денег. Не у всех есть возможность приобрести это за такую цену. А в талантах нет проблем? В талантах нет. То есть вы сейчас вот ощущаете, какие у вас ощущения от сборной нашей мужской и женской, которая едет на Канаду? Ну, я думаю, что девчонки всегда как были, так они и есть у нас, самые сильнейшие, я уверена в них. Но мужчины у нас всегда чуть-чуть похуже выступали, но будем надеяться на лучшие их результаты. А почему похуже, как вы думаете? Не знаю, русская женщина есть русская женщина, мне кажется, а мужчина у нас всегда чуть ниже, чуть хуже. Я считаю так. Это хороший ответ. Спасибо большое. И самая молодая из наших чемпионок – Тамара Тихонова. Ее время – конец 80-х. Впрочем, Тамара успела стать чемпионкой мира в эстафете 4 по 5 километров в 91-м. Еще одно золото мирового первенства датируется 85-м годом. Ну и, конечно же, самый громкий успех – две высших награды Олимпиады 88-го года в Калгари. Все в той же эстафете 4 по 5 километров вместе с Анфисой Резцовой, Ниной Гаврилюк и Светланой Нагейкиной. И в индивидуальной гонке на 20 километров. Игры 76-го года в Инсбруке стали ее дебютом. Сначала Сметанина заняла второе место в гонке на 5 километров, а затем стала чемпионкой в эстафетной индивидуальной гонке на 10 километров. Последней победе ей досталось в очень жесткой конкуренции с Хеленой Такало из Финляндии. После этих трех медалей Сметанина взяла еще 7 на последующих 4 зимних олимпиадах. В 1984 году в Олимпийском Сараево Раиса стала обладателем 2 серебряных медалей на 10-километровой трассе и на дистанции вдвое длиннее. Еще через 4 года советская женская команда была практически непобедима. Из 12 наград, разыгрываемых в лыжных гонках, 8 достались русским девушкам. Сметанина осталась без золота, но взяла бронзовую награду на самой длинной женской дистанции 20 километров и стала серебряной медалисткой на десятке. Последняя в спортивной карьере Сметанина Олимпиада 92 года в Альбервилле. 16 лет спустя после своего олимпийского дебюта Сметанина стала чемпионкой в эстафетной сборной. Это случилось за 13 дней до ее 40-летнего юбилея. В столь почтенном возрасте никто не выигрывал самую престижную медаль. Позже Сметанина сказала, что это было неимоверно трудное сражение. С годами бороться все труднее. Я говорю, если Галина Алексеевна нас подождет, она у нас первая стартует, то мы все выиграем. Да, действительно, самая опытная. В первом женском забеге Галина Кулакова будет стартовать первой. Вслед за ней спустя 40 секунд уйдут на дистанцию Любовь Пухачева и Нина Балдычева, а дистанция протяженностью 2 километра. Ну а самая молодая из участниц Тамара Тихонова пойдет последней, 7-й, спустя 1 минуту 16 секунд за Галиной Кулаковой. Галина Алексеевна, на секунду буквально задержитесь. Из всего вашего большого количества медалей, наград, а есть какая-нибудь самая дорогая? Пояснение о порядке и последовательности старта чуть позже, а пока последнее напутствие перед стартом. Великая гонка преследования, нечто вроде эстафеты. Вам нравятся такие соревнования? Мне очень приятно, я уже впереди вижу цель. А легче убегать или догонять?
Нина супруг помогала вам подготовить лыжи? Помогал. Нина, вам сейчас, может быть, не очень красивый вопрос. Не снятся в кошмарных снах лыжи? А может быть, наоборот, другие? Нет, почему-то снятся всегда, что я опаздываю. Сегодня этого не произойдет. Хорошо. Почему именно с такими разрывами будут стартовать в гонке участницы? Специалисты посчитали, что с возрастом естественные физические возможности снижаются, и это учтено в возрастном гандикапе. Ну, а вот так Галина Кулакова побеждала на своей триумфальной олимпиаде 25 лет назад в Саппоро. У нее довольно солидный запас перед ближайшими преследовательницами, а ими будут Любовь Мухачева и Нина Балдачева. 40 секунд – довольно солидная фора, но, правда, и дистанция 2 километра. Конечно, для тех, кто будет догонять, это очень много. Ну, а для убегающей Галины Кулаковой, наверное, 40 секунд покажутся маловатым преимуществом. Мухачева и Балдачева – ровесницы, и поэтому стартуют вместе. Между прочим, на этой гонке разыгрывается довольно хороший приз – комплект оборудования для просмотра программ НТВ+. Так что гонка действительно должна быть настоящей. Четвертый номер у Нины Рочевой. Ее стартовое время 43 секунды, так что она буквально на пятках у своих подруг Любови Мухачевой, номер 2, и Нины Балдачевой, третьего номера. Ну а пятый – Зинаида Амосова. 49 секунд спустя Галина Кулакова, она уходит на трассу. Кстати, вся дистанция проложена на стадионе города Раменского. И, наконец, Раиса Сметанина уже на трассе. Она отстает на 54 секунды от лидера Тамара Тихонова, как самая молодая чемпионка. Имея фору отставания в 1 минуту 16 секунд, будет сначала догонять Раису Сметанину. Ну и по правилам наших соревнований, стиль передвижения классический. Хотя некоторые просили участницы разрешения идти коньковым ходом. Ну, вы, наверное, догадываетесь, что ею была Тамара Тихонова. Свои самые громкие титулы она называла с помощью конькового стиля передвижения. Ну а вот и первые изменения на трассе. Нина Рочева уже догнала Нину Балдачеву. И сейчас уже догоняет Любовь Мухачеву, который второй номер. Да и Раиса Сметанина подтянулась к Зинаиде Амосовой, сократив отставание в 10 секунд. И перешла она уже на четвертую позицию. Тамара Тихонова по-прежнему пока последняя, но уже видит соперниц впереди, совсем рядом. Ну а лидер пока неизменный — Галина Кулакова. Пускай она идет чуть тише, но запаса на старте пока хватает, чтобы сохранять свое лидерство. Конечно, тяжеловато. И пока спортсменки еще не преодолели даже полного круга. А круг длиной 1 километр. Всего 2 петли нужно сделать по стадиону. И что мы видим? Нина Рочева так стремительно начала, что сократила преимущество от Галины Кулаковой, выйдя на вторую позицию. Ну что ж, наверное, это неудивительно. Нина Рочева, в общем, поддерживает в отличной форме себя, выступая на соревнованиях ветеранов регулярно. Ну, а вот сейчас некоторые сложности нашей дистанции. Здесь довольно много поворотов, потому что на стадионе проложен круг протяженностью 1 километр. И очередные изменения в гонке. Раиса Сметанина вновь меняет свою позицию догоняющей. И теперь занимает уже четвертое место. Впереди нее только Любовь Мухачева и Нина Рочева. Правда, я не упомянул и Галину Кулакову. Она по-прежнему неизменный лидер. И первый круг, половина дистанции позади. Есть на ней и подъемы. Так что для спортсменок, конечно же, сегодняшняя трасса покажется совсем непростой. Ну, наконец, догнала первую соперницу Тамара Тихонова. Вот так выглядит сейчас порядок участниц гонки после преодоления первого круга. На последнюю позицию пока вышла Зинаида Амосова, но, я думаю, она еще не сказала своего последнего слова. Раиса Сметанина совсем рядом к Любови Мухачевой, ведь их разделяли 15 секунд на старте. Галина Кулакова начинает последний второй круг. Впереди у нее еще примерно 800 метров дистанции. Но не только подъемы будут для нее здесь дополнительным соперником.
Ну и многочисленные виражи заставят потрудиться ее и подруг. Нина Рощева сейчас была на ваших экранах. Она уже подбирается к лидеру и, как в лучшие годы, смотрится очень даже достойно. Ну что ж, Зинаида Амосова действительно почти поменяла свою последнюю позицию, догнав Нину Балдачеву. И между ними довольно острое соперничество. И за примерно 400 метров до финиша гонки Нина Рощева уже достает Галину Кулакову. А это значит, что вот-вот должна ее обойти. Впрочем, может быть, Галина Кулакова преподнесет какой-нибудь сюрприз. Раиса Сметанина не потеряла шансов догнать лидеров, но пока ее ближайшая соперница Любовь Мухачева, второй номер. В прекрасной форме Любовь Алексеевна, которая сейчас работает у себя в родном Питере лыжным тренером, ну, как и многие ее подруги, в частности, Нина Балдачева. Ну, а сейчас, быть может, на наших экранах кульминационный момент гонки. Нина Рощева под четвертым номером достает Галину Кулакову, которая лидировала на протяжении всей дистанции. И благо здесь на стадионе есть параллельная лыжня, не мешая друг другу, соперницы приближаются к финишу. Но до него еще метров 300, и есть довольно коварные все те же виражи, на которых спотыкались чуть раньше участницы нашей гонки. Тамара Тихонова. Вспомните ее победы в Калгари были совсем недавно, 10 лет назад на Олимпийских играх в Канаде. Она уже совсем не последняя сейчас, и кто знает, быть может быть, подберется и к призовым местам. Ну а кроме главного приза, тарелки НТВ Плюс заветные, чтобы смотреть спортивный канал, будут и несколько, а точнее всем поощрительные призы. Галина Кулакова, посмотрите, действительно не сдается. Она совсем рядом с Ниной Рощевой, но вряд ли с более молодой подругой ей можно будет тягаться на последних метрах дистанции. Да, похоже, победитель гонки чемпионов уже определен. Но не будем торопиться, потому что Раиса Сметанина выходит на третье место. И кто знает, вполне вероятно догонит Галину Кулакову. Хватит ли ей оставшихся 250 метров? В городе Раменском в этот день было очень много зрителей на стадионе. А вот так Раиса Сметанина выигрывала в 76-м году свою первую золотую олимпийскую медаль. Ну что ж, бывают и такие случайности не только в лучшие годы, но и сейчас, когда напряжение гонки достигло пика. Зинаида Амосова потеряла несколько секунд, но все равно пока еще впереди Нины Балдачевой, которая завершает список наших сегодняшних участниц. Ну а победительница на финишной прямой, и вы догадались, что ею стала Нина Рощева. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, поменяла свою четвертую стартовую позицию на место победительницы. Ну и заслуженно получит главный приз. Ну а на почетном втором месте это невероятно Галина Кулакова. Та, которая побеждала еще в 72-м году. И совсем немного не хватило Раисе Сметаниной, чтобы догнать свою старшую подругу. Ну, быть может, результаты сегодня не главный итог гонки, хотя, согласитесь, спортсменки очень старались. Любовь Мухачева вместе с Тамарой Тихоновой завершают соревнования на 4-й и 5-й позиции. Нина Балдачева, олимпийская чемпионка 76-го года. Немножко растерялась она под конец, видимо, тоже подустала, несмотря на непривычную для нее короткую дистанцию. Но сегодня, наверное, 2 километра, оставшиеся позади, для некоторых из них показались настоящим марафоном. Зинаида Амосова в итоге 6-я. И отдадим должное всем участницам, потому что довольно сложные погодные условия в этот день были на стадионе. Плюс 2, плюс 3 градуса, мокрый, вязкий снег. Так что лыжня была еще одним дополнительным соперником для всех. Ну и Нина Балдачева все-таки нашла путь к финишу правильный. Нужно перевести дыхание после такой напряженнейшей гонки. Но победительницу поздравляет самая первая советская чемпионка Любовь Баранова. А тут победил, не победил, все победили. Галина Кулакова, похоже, довольна своим результатом.
Но, кажется, недовольных в этот день не было. Ну и традиционный круг почета чемпионки. Перед вами окончательные результаты гонки среди женщин, гонки легендарных чемпионов. Нина Рочева, естественно, имеет самый высокий результат, но остальные ее уступили не так уж и много. Впрочем, наверное, в данном случае это не так важно. Сегодняшняя гонка – это прекрасная для зрителей. Я думаю, что зрители довольны остались, и мы тоже. Для нас это очень как-то... Заряд хороший нам на будущее. Ну и вспомнить, конечно, былые времена приятно. Ну а теперь уже к старту готовятся мужчины. И здесь конкуренция будет под стать женской гонке. Вот так будет выглядеть стартовый список. И мы представляем участников. Владимир Кузин, ныне заслуженный тренер страны и первый наш король лыж, которым он стал тогда на чемпионате мира в Фалуне с двумя золотыми медалями за гонку на 30 и 50 километров, а также обладатель золота в эстафетной гонке 4 по 10 километров на первой Олимпиаде 56 года с участием советских лыжников. Словом, самый дорогой для нас ветеран и победитель на международной лыжне. Сегодня он то ли грустит, то ли восхищается, когда вновь принимает участие в гонке уходящего 97 года. Во всяком случае, ясно одно – сбросить лет 40 и поспорить за олимпийское золото в Нагано и сейчас он был бы не прочь. Изменилась, конечно, в сторону улучшения методика подготовки спортсменов. Изменился, коренным образом улучшился инвентарь лыжный. Вы это почувствовали сейчас? Да, конечно, конечно. Ну, я вообще-то уже давно почувствовал, но, правда, когда я вступал в соревнованиях, тогда были лыжи деревянные. И у нас, и у всех скандинавов, и у всех сильнейших мира сего. А сейчас лыжи пластиковые. И сегодня я тоже убедился, конечно же, в том, что пластиковые лыжи намного. Намного лучше и хорошее скольжение, и эластичные они, и прочее. То есть по всем параметрам они лучше. Ну что, ну конечно же, и лыжные палки, и обувь тоже стал лучше намного, чем когда. Ну и очень существенно, что лыжню, ведь если раньше нам, спортсменам, выступающим в те годы, лыжню готовили, ну так это пройдут несколько человек, две лыжни, а сейчас уже готовят ее техникой. Уже буран или ретрак, и лыжня очень жесткая, и для тут условий уже для спортсменов с большим весом, средним весом одинаковые. Раньше же спортсмены, которые имели вес значительно больше, то им просто на той лыжне, когда соревновались, мы было труднее. Лыжня не выдерживала, спортсмен проваливался, особенно во время отталкивания. То есть вот по основным этим параметрам, конечно же, условия сейчас изменились. Вячеслав Феденин стал единственным лыжником, который за 40 лет смог повторить победный дебют Кузина. Это было на чемпионате мира 70-го года в Чехословакии в эстафете и гонке на 30 километров. И ему же, первому из советских спортсменов-мужчин, принадлежит индивидуальное золото за тридцатку на Олимпиаде в Саппоро в 72-м году. А его выступление в эстафетной гонке, когда он спас от поражения всю советскую команду, даже воспел поэт. Роберт Рождественский посвятил этим событиям стихи. «Бесконечен этот тягун, как дорога в неближний свет. За твоею спиной сквозь гул потрясающе катит швед. Ты выигрываешь у него полсекунды, пол ерунды. Крут подъемище. Кто кого? Или он тебя, или ты? Стала нашей твоя судьба. Слезы встали у самых глаз, и у нас к тебе не приказ и не просьба, одна мольба. Ты выигрываешь, прибавь, ты выигрываешь, нажми. На мгновение прильнув, припав, хочешь, наши силы возьми. Вот, зачем нам теперь они? Ты, пожалуйста, добеги, дотерпи, родной, дотяни, достани, дохрипи, смоги. Через все чужие не в жизнь, через все свои не могу, ну еще, еще продержись. Ох, как жарко на этом снегу». Еще одним героем 70-х стал Сергей Савельев. Два раза он обладал индивидуальным золотом в гонке на средней дистанции. На чемпионате мира 78 года и в 76 году на Олимпиаде в Инсбруке. После 76 года только двум нашим лыжникам удавалось побеждать на олимпийской тридцатке.
Алексею Прокуророву один раз в 88-м и дважды Николаю Зимятову. Николай Зимятов был единственным золотым призером на Олимпиаде в Сараево в 84-м году в лыжных гонках среди всей советской команды, и мужской, и женской. И вторым спортсменом после норвежца Торлия Хауфа, которому удалось трижды встать на высшую ступень пьедестала почета за одну Олимпиаду. Это было в 80-м в Лейк-Плэсиде. Тогда Николай стал вторым нашим соотечественником, носящим звание короля лыж. В том же году в Лейк-Плэсиде Василий Рочев торжествовал не только потому, что заработал золото в лыжной эстафете 4 по 10 километров и серебро за 30-километровую гонку, но и потому, что в число серебряных призерок за женскую эстафету вошла его супруга Нина. И этот год стал первым семейным призерским дебютом Читы Рочева. И сегодня они опять на лыжне вместе. Ну, конечно, главное все-таки не результат, а то, что вы вместе собрались. Результат тоже важен. Ну и вместе пробежаться тоже. А как вам погода сегодня, может быть? Хорошая. Вы предпочитаете? Хорошая. Любая погода. Для нас всегда и плюс, и минус. Самое плохое – это когда сильный мороз. А когда слякоть – это вообще удовольствие. Так ведь, Николай Семенович? Олимпийское золото на 15-километровой дистанции всего дважды оказывалось в наших руках. Его последним обладателем среди наших лыжников до сих пор является Михаил Девятьяров. Кстати, именно тогда в Калгари это была самая последняя и удачная для наших лыжников мужчин Олимпиада. И рекордное количество медалей. Всего 19 призовых мест у всей советской команды. Это вот самая памятная своя победа. Помните, какая была погода? Солнце или снег, или что? Как вообще было? Солнце было. Хорошая погода. Просто тоже мазались жидкими мазями, тепло было. Владимир Никитин и Александр Завьялов дважды становились партнерами по эстафетной гонке. Не только партнерами, но еще и призерами. На чемпионате мира в 82-м году, помимо золота в эстафете, у Завьялова была серебряная медаль на 15-километровой дистанции. И в Сараево, в 84-м, они опять в числе призеров за эстафету 4 по 10 километров. Правда, серебряно. Ну а болельщики, впрочем, как и сам Александр Завьялов, не забывают не только того, что он двукратный обладатель Кубка мира, но и памятный 82-й год. Ну, как сейчас уже принято, в общем-то, все вспоминают 82-й год, когда мы с Федором Бро финишировали нога в ногу на чемпионат мира в эстафете. В общем-то, практически все вспоминают вот эти моменты. И меня в том году приглашали, Одро Бро приглашал к себе на встречу, мы с ним встречались, поэтому прошло 15 лет. Ну, это все вспоминают, а вы? Ну, а я практически о этом не забываю. Ну, сейчас я просто без часов. Тогда нам были подарены всей команде по, значит, часы наручные. И они у меня уже при мне 15 лет. Поэтому, как я смотрю время, это все время присутствует при мне. У мужчин-чемпионов длина дистанции будет побольше, 3 километра. Да и стартовый разброс также увеличится. Ну, а первым уйдет самый опытный участник. Первый советский чемпион мира Владимир Кузин. Ему сейчас 67 лет. И он до сих пор работает на кафедре лыжного спорта в Академии физкультуры. Я даже не знаю, сколько вы сегодня выберете, какую для себя дистанцию. Сколько кругов пойдете? Наверное, один. Спасибо за это. Вторым на старте будет двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Он уйдет с отставанием примерно в 2 минуты после Владимира Кузина. Сегодня ваша погода. Вячеслав Веденин сказал, что погоды для него плохой никогда не бывает. Ну а третьим будет стартовать Сергей Савельев, олимпийский чемпион 76-го года. Сергей Петрович, опять за Веденином. Что пожелаете ему и себе? Пусть так и случится. Семья Рочевых сегодня представлена в обоих забегах. Ну и теперь черед Василия. У вашей супруги тоже был четвертый номер, который в конце концов стал первым. Счастливым. А у вас? Какое настроение? Я хочу, чтобы победила дружба. Чтобы вы почаще встречались на лыжне. Пятый стартовый номер у Александра Завьялова, двукратного обладателя Кубка мира. Александр, сколько волнуюсь, вы сегодня перед гонкой опробовали? Пробовал много, отбивал еще больше. Представляете, какой результат можно ожидать? Сейчас Александр Завьялов работает одним из тренеров сборной команды страны. Ну, а это наш король лыж Николай Зимятов. 80-го и 84-го годов Николай Зимятов. Хоть немножко волнуетесь, Николай?
как на Олимпийских играх волнуется перед стартом Николай Зимятов. Ну а сейчас уже гонка начнется после того, как уйдет со старта ее первый участник Владимир Кузин. Похоже, он волнуется так же, как 45 лет назад, в 54-м, во время своих первых побед в шведском городе Фалун. Согласитесь, сегодня очень тяжелые условия погодные. Одна. Гонка легендарных чемпионов началась. Дистанция 3 километра, 3 круга по стадиону. Стиль классический. Владимир Кузин имеет 1 минуту 52 секунды преимущества над Вячеславом Веденином. Правда, наш самый первый чемпион пойдет все-таки один круг, а не три, как все остальные участники. Но будем снисходительны к заслуженному ветерану. К тому же у него довольно серьезная травма руки после автомобильной катастрофы. До сих пор Владимир Семенович в боевом строю. Буквально каждый день он проводит занятия со студентами Академии физической культуры. В общем, его физическая форма вызывает уважение. Еще долго будет находиться на старте Вячеслав Веденин. Я думаю, добрую половину круга за это время преодолеет лидер нашей гонки. И поэтому он заслуженно срывает сейчас аплодисменты очень многих зрителей, пришедших в этот день на стадион города Раменского. Спасибо за... Владимир Семенович, спокойно, не торопитесь. Ну и вот настало время старта второму участнику, Вячеславу Веденину. И он тоже в напряжении, и он волнуется, как и все остальные его соперники. Наверное, ему сейчас вспоминаются Олимпийский Саппоро 72-го года, где он победил дважды, и чемпионат мира в 70-м в Высоких Татрах, где он также отличился не один раз. Итак, Вячеслав Веденин начал свою гонку, и спустя 34 секунды после него уйдет на трассу Сергей Савельев. А согласитесь, техника та же, ни капли она не изменилась. Я уже упоминал про сложные погодные условия, но, кажется, участники вышли с честью из этих трудностей. Со смазкой, по-моему, ни у кого проблем нет, но ведь им помогали и бывшие их ученики, и бывшие их наставники. Сергей Савельев уже готов к погоне за Вячеславом Веденином. Третий номер, 2 минуты 26 секунд его стартовое время после Владимира Кузина, и 34 секунды спустя времени начала гонки Вячеславом Веденином. Как мощно стартовал Сергей Савельев. Даже вот эти импровизированные подъемы он преодолевает одновременным бесшажным ходом, то есть не отталкиваясь ногами. Василий Рощев тем временем уже на стартовом подиуме и отправляется в погоню за Сергеем Савельевым. Их разделяют 11 секунд. Но совсем рядом с ним, с Рощевым, будут два очень грозных соперника. Александр Завьялов и Николай Зимятов. И сейчас они сорвутся со старта. Не пройдет и 10 секунд, как здесь на стартовом подиуме также начнут дистанцию Владимир Никитин, у него 7 номер, и Михаил Девятьяров, 8. Итак, все участники гонки на дистанции, и стремительный старт в исполнении Александра Завьялова. Сразу же он убегает от Зимятова. Впрочем, может быть, это очень авантюрное начало. Стиль классический, тем не менее, на поворотах Александр Завьялов помогает себе коньковыми движениями, ну, правилами соревнований это разрешается, однако нужно это делать не очень часто. Ну, а вот этот дуэт, я думаю, может догнать всех остальных. Ну, по крайней мере, они обязаны это сделать, поскольку самые молодые участники, Михаил Девятьяров и Владимир Никитин, ушли последними, а им всего-то по 37 лет. Тем временем Николай Зимятов уже подтянулся к Василию Рощеву, но того, в свою очередь, обогнал Завьялов. Да, очень стремительный старт в исполнении Александра Завьялова. И сейчас Михаил Девятьяров уже обгоняет своего визави на старте.
А позади всего лишь навсего 300 первых метров дистанции. По-прежнему лидерство за Владимиром Кузиным, и он приближается к своему финишу. Я напомню, наш первый чемпион мира пройдет 1 километр из 3. Все остальные поборются за главный приз, а им, как и в женском забеге, станет комплект оборудования для просмотра спутникового канала НТВ+. Да, вот и Владимир Кузин завершает сегодняшнюю гонку. И, конечно же, он заслуживает этих многочисленных аплодисментов. Браво, Владимир Семенович Кузин! Тем временем Вячеслав Веденин на вот этих крутых, замысловатых петлях дистанции гонки чемпионов, гонки звезд. 76-й год стал годом триумфа Сергея Савельева. Правда, он побеждал не только на Олимпиаде, он был чемпионом мира на своей любимой дистанции 30 километров. Теперь трасса в 10 раз короче, но соперники куда гораздо более титулованные, чем раньше. Василий Рочев не отстает от Завьялова. Впрочем, рядом с ним, с Рочевым, находится и Николай Зимятов. Вот так они вместе 17 лет назад были в одной команде, которая стала олимпийским чемпионом в Соединенных Штатах в Лейк-Плэсиде. И пока Николай Зимятов не торопится обгонять своего товарища, впрочем, он переходит на параллельную лыжню, а значит, намерен выйти вперед. И мне кажется, Василий Рочев предлагает ему это сделать, наверное, для того, чтобы подтянуться вместе с Николаем Зимятовым за лидерами. Ну, а это Владимир Никитин, у него 7-й номер, пока он последний среди участников, но это не значит, что он останется на этой позиции до конца. Позади целый круг гонки у лидера, а им сейчас стал Вячеслав Веденин. Преимущество гораздо меньше над Сергеем Савельевым, чем было на старте. Ну а здесь действительно происходят очень интересные события. Здесь в середине нашей погони. Вот так поддерживают самые преданные болельщики Вячеслава Веденина. И эта поддержка ему сейчас очень нужна. Подъем уже кажется не таким простым, как в начале трассы. Да, Николай Зимятов сейчас переходит на 4-ю позицию. А Михаил Девятьяров, обратите внимание, с последнего 8-го места перешел на 5-е. Но Василий Рочев, 4-й номер, совсем не собирается уступать в этом трио. Владимир Никитин еще видит спины конкурентов, что, конечно же, должно ему помочь. А вот так выглядит положение после первого круга. Кузин, Веденин, Савельев, Завьялов, Зимятов, Девятьяров, Рочев, Никитин. Изменилась последовательность в сравнении со стартовыми позициями. И, похоже, очень серьезные намерения стать лидером у Александра Завьялова. Мне кажется, он чересчур злоупотребляет коньковым ходом, по крайней мере, на виражах. Остальные участники, ну, более требовательны к себе. Что касается возрастного коэффициента, то поясню, что за каждый год спортсмен получает дополнительные, ну, примерно 4-5 секунд форы, гандикапа, который они имели на старте. А Михаил Девятьяров, 8-й номер, уже обходит Николая Зимятова. Но не думаю, что Николай Зимятов отпустит своего более молодого конкурента. Василий Рочев, 4-й номер, чуть-чуть поотстал, но довольно свеже выглядит. И я думаю, он просто сохраняет силы для последнего круга. Позади примерно половина дистанции. Большинство из участников этой гонки вы видите в прекрасной форме. Что, наверное, совсем не случайно. Многие из них работают тренерами. Кто-то тренер национальной команды. Василий Рочев тренирует сборную Коми. Ну а Владимир Никитин работает с ижевской командой. Со сборной Удмуртии непросто ему сейчас, однако терпит он. Старается изо всех сил. Вячеслав Веденин все еще возглавляет гонку. И посмотрите, как красив его бег. Совсем не хуже смотрится и Сергей Савельев. Но он всегда отличался какой-то особой лыжной эстетикой. И сейчас Сергей Савельев уже совсем близко к Вячеславу Веденину за круг с небольшим до финиша. А вот к ним подошел, к лидерскому дуэту, и Александр Завьялов. Совсем близко, очень напористо идет. И нет сомнений в том, что он должен догнать лидеров. Как
торопится, как старается Вячеслав Веденин. Действительно, гонка настоящая. А некоторые перед стартом имели благодушное настроение. Но в данном случае я имею в виду не столько участников, а зрителей. Азарт, по-моему, полностью поглотил всех спортсменов. Николай Зимятов чуть поотстал от Михаила Девятьярова. Но не думаю, что он отпустит его еще дальше. Говорю об этом с уверенностью, потому что вижу, с каким упорством сейчас проходит эту часть дистанции Николай Зимятов. Ну и теперь вместе возглавляют гонку Савельев с Веденином. Надолго ли их хватит? Быть может, они друг другу помогут убежать от молодого Александра Завьялова, а тот совсем рядом. Итак, позади уже почти два круга дистанции. 2 километра преодолено, и впереди последний, решающий и, конечно же, самый трудный километр. Сергей Савельев не решается обойти Вячеслава Веденина. Конечно же, и он устал. Ну, а зрители сейчас стараются передать хоть частицу своей энергии своим любимцам. Да мне кажется, и сами ветераны соскучились вот по таким сражениям. Но что делает Александр Завьялов? Он буквально промчался мимо лидеров и сейчас сам возглавил гонку. Хватит ли ему такого агрессивного настроя до самого финиша? Итак, второй круг спортсмены завершили в таком порядке. Завьялов, Веденин, Савельев, Девятьяров, Зимятов, Рочев, Никитин. Солидные изменения в сравнении со стартовыми позициями. Но вот, наконец, включает свою финишную скорость и Сергей Савельев. Он обгоняет Веденина и пустился вдогонку за Завьяловым. Но тот, по-моему, не совсем корректно поступает на этих виражах, используя все чаще и чаще коньковый ход. Веденина обгоняет и Михаил Девятьяров. И мне кажется, этот самый молодой участник гонки может догнать и самого Завьялова. Не сказал своего последнего слова, конечно же, наш король Николай Зимятов. 4-кратный олимпийский чемпион. Никто из наших соотечественников не обладает таким количеством олимпийских медалей, как король. Правда, его еще называют лыжным царем. Заметно подустал Александр Завьялов, но ведь он гораздо моложе своих конкурентов. Сергей Савельев пытается не отстать от лидера, а Михаил Девятьяров буквально накатывает сейчас на них. Вячеслав Веденин также не оставляет шансов удержаться в головной части сегодняшней погони. А вот, по-моему, начинает спуртовать и Николай Зимятов. Точно так же поступает и Василий Рочев. Наверняка он подтянется сейчас к лидирующей группе. Ну, а кому труднее всего, так это, скорее всего, Владимиру Никитину. Не сумел он зацепиться за своими товарищами и сейчас в одиночку борется с трассой. Александру Завьялову остается до финиша 500 метров. А Михаил Девятьяров достает Сергея Савельева. И вы представляете, с последней, 8-й позиции, самый наш молодой и последний олимпийский чемпион сейчас бросается вдогонку за Завьяловым. Да, с такой спортивной злостью он, конечно же, может стать первым. Тем более, что от Завьялова его разделяет 20 метров, не больше. Последний раз крутые виражи, который лучше всех сегодня преодолевает Александр Завьялов. Правда, это делает с помощью не совсем, может быть, дозволенных приемов, используя элементы конькового стиля. Ну, а сегодня ведь по правилам соревнований только классический ход разрешен. Михаил Девятьяров демонстрирует идеальную технику и все еще надеется обогнать лидера. Вячеслав Веденин не сдается. Браво, Вячеслав Петрович! Николай Зимятов совсем рядом, и какой интересный у нас получается финиш. Рочев также подтягивается к лидирующей группе. Собственно говоря, ее почти нет, потому что буквально все участники гонки собрались вместе за 200 метров до окончания дистанции. Догонит ли Девятьяров Завьялова или отстоит все-таки Александр свою позицию?
Я не ошибся, сказав, что решающими будут последние метры, но их остается очень мало до финишной линии. Напрямую первым выкатывает Александр Завьялов. И уже ничто, пожалуй, ему не помешает стать чемпионом чемпионов. Ну, а на финише Любовь Владимировна Баранова, первая советская олимпийская чемпионка, ожидает победителей. Да, Александр Завьялов выигрывает сегодня гонку, и Михаил Девятьяров будет вторым. Но спасибо всем за прекрасные минуты, подаренные зрителям и тем, кто неравнодушен к лыжному спорту, кто помнит победные традиции наших лыжников-гонщиков. Сергей Савельев подтверждает свою третью стартовую позицию, и он призер гонки. Сразу три участника на финишной прямой. Веденин, Зимятов, Рочев. Кто же из них будет четвертым? По-моему, все-таки Веденин был на несколько сантиметров впереди Зимятова. Ну и Рочев тоже радуется своему шестому месту. Нам осталось дождаться финиша Владимира Никитина. Мне показалось, ему было труднее всех. Он завершает гонку, а вместе с ней и нашу программу об этих необычных соревнованиях. Пожалуй, впервые в истории состязались на одной лыжне чемпионы разных лет. Ну и, конечно же, им будет о чем вспомнить после такой нетрадиционной встречи. Ну, а это победитель. Ой, мама мне хорошо. О, Мишонька, иди сюда. Окончательные результаты гонки легендарных чемпионов. Александр Завьялов преодолел 3 километра за 11 минут 15 секунд. Ну, а плотность результатов остальных участников такова, что каждый из финишировавших достоин первого приза. Я думаю, что вот эта гонка самый подарок всем и близким, и друзьям, и болельщикам. Сегодняшняя гонка. Спасибо. Обещанные призы, спутниковые антенны и телеприемники для канала НТВ+. Победителям гонки легендарных чемпионов Александру Завьялову и Нине Рочевой.